Сегодня на завтрак я решила приготовить себе блинчики. Ну, конечно, хочется, как вы думаете. Из чего я приготовила? Почему такое тесто темное? Блины такие темные. Опа. А я сейчас вам объясню. Сейчас переверну и объясню. А темные они, потому что я их приготовила из такой муки ржаной в Турции. Захотелось тоже хлебушка, да, я же не кушаю его. Хлебушек не кушаю. И, ну, конечно, я пересыпала в баночку, поставила в холодильник. У меня сейчас все крупы, все стоит в холодильнике. Потому что очень много насекомых появляется, мошек, моли. И мне это не нужно. Вот я сейчас буду кушать с йогуртом и призываю моего мужа, чтобы он пошел на базар и купил мне что? А, мы хотим сегодня тантуни делать из мяса. А, половину. Смотрите, такая пиала, нам достаточно, еще порежу поменьше. Половину я положила на другой раз, половину сейчас. Ну, для этого нужно, естественно, и зелень, и это. Очень легко готовится, просто пожарить его, и все, мои дорогие. На этом заканчивается готовка. Пашкин тоже покушал, позавтракал. А я еще и хочу накрутить голубцы сам. Ну, не знаю, сегодня мне что-то очень много дел и очень много планов. Как все будет, не знаю. Друзья, в течение нескольких дней я читаю, слушаю аудиокнигу. И просто такое одно восхищение. Вот просто нужно сидеть и записывать. У меня новый компьютер, так классно, вообще сейчас такие видосы буду вам загружать. Сейчас вот открываю для вас видео, мои дорогие. Ставьте лайки, пишите комментарии, действительно, вот это очень сильная книга, рекомендую. А на вечер у меня сегодня тантуни с мясом. Как я и говорила, как Ашкем обрадовался. Вот. Вчера ему сделала яйла-чорба, как ему нравится, с йогуртом и с этим. А помидоры купил он сегодня вот там на рынке. Очень вкусно. Это не имеет дедушка? Чок? Нет. Йогурт сделала, айран, так красиво все. Огурчики купил вкусные. О, боже ты мой, о, магу. Ашкем, везим таук на дюру, насыл таук, как наша курица. Вот сейчас я снимаю видео, потом сама смотрю за ней. Есть там что-нибудь или нет? Пока ищем. Так, снова показываю огород. И мои перчики. Вы видели такие черные, черные перчики? А здесь. И это тоже черный. Ашкем, буда и сиях. Гердунму сен? Сиях. Сен более гердунму? В общем, такие дела, друзья. Что тут? Ой, надо мусор выбросить, а то так не сядешь, не покушаешь. Спокойно. Интересно, сюда видно ее или нет. Сидит, друзья. Сидит моя принцесса. Всем добрый вечер. А мы вышли погулять. Потому что так жарко дома. Покушали так вкусно с мужем. Мишки погуляли, сели, знаете, куда? За Шкемом. Вот здесь вот, на таком пирсе. А сзади как красиво, посмотрите. Боже, как красиво. Похоже на Испанию. Я так накрасила яркую помаду, но вы же говорите, куда? Я говорю, сегодня суббота, романтический вечер меня ждет. Так что жду сюрприза, куда это у меня. Какой план у нас будет сегодня? Пока посидим, расслабимся. Посидели, чуть не заснула, решили встать, пойти со Шкибом. Сюда не приходит поспать. Так красиво, как солдатики. Ашкем, бурада у йорла? Бурада корку йорла рола белир. Тут на свету не боятся они, как классно. Столько людей, друзья мои.
Весь муж шатается. Пойдем. Хат. Смотрите, как готовится биджи-биджи. Вот такой соки разные, лимонады это. Посмотрим, что это такое, на лед похоже или нет, как будто желе, да? Buna diyorlardı değil mi? Bici bici diye. Evet, muhallebisi. Bu muhallebisi, bici bici buna diyorlar. Şimdi sonra buz. Друзья мои, я, оказывается, все это не сняла. Вот такой бичи бичи 15 лир. Ашкем бен чекмедим. Есен сора сен бини чек. Çocuklarla yemiştik ya. Вкусняшки, лезетли мы. Сейчас мы будем с вами пробовать. Biter mi? Мы с мужем опять на набережной. Посмотрите, как красиво горят лампочки. Так красиво. Так красиво сидят. Мне так понравилось такое освещение. Обалдеть. В итоге мы гуляли. И решили с мужем отдохнуть. Уже как хорошо, сразу сон пришел. Спать захотелось. Так хорошо. Приятного вам вечера, мои дорогие. Тын-тын-тын-тын-тын. Мой спортсмен. Друзья мои, сейчас знаете, какая у меня проблема? Мой телефон испортился. Такие полосы на нем. Я даже не знаю, как это видео будет выглядеть. Это что за полоса такая? У меня все испортилось. Все портится. Но я хочу iPhone. Я все время вам говорю, как надо относиться к той или иной ситуации. А сейчас хочу вас научить поделиться информацией, как загадывать желание. Когда вы загадываете свое желание Вселенной, Богу, вы не должны говорить «хочу». Вы должны видеть конечный результат. Например, если вы мечтаете о какой-то квартире, новой квартире, новом доме, вы должны конкретно говорить, не мечтать. Вот именно, что вы мечтаете бесконечно, и ваши мечты не заканчиваются. А вы должны говорить: я владелица шикарного особняка, такой-то площади, с таким-то садом. Три этажа в центре города и так далее. Я уже вот как-то говорю, погрузилась в эту медитацию и представила три этажа. И вы должны говорить это все конкретно. Не мечтать, не желать, а видеть исход своих желаний, намерения. Вот когда мы... Я тоже, кстати, до этого времени
неправильно загадывала желания очень многие. Я за них пойду. Похудел, да, видите, я Аз вердим. 10 грамм. 10 грамм вердим. И вот, наверное, вот какой-то в следующем видео я именно запишу. И мы будем с вами учиться составлять наши желания. Я вот, как вы знаете, слушаю аудиокнигу «Трансерфинг реальности». Она просто перевернула мой мир. Действительно перевернула мой мир. Несмотря на то, что я очень много слушаю, читаю и знаю, но все-таки не до конца правильно загадывала желание. Приятного вам вечера. Мы здесь сидим с Ашкемом. Чипсы кушаем. Столько купаются? Ну, а чё? И маленькие детки, и взрослые. Посмотрите. Набережно. Я купалась в Батуми в такое время, но здесь ни разу. Интересно, какая вода? Наверное, теплая, как парное молоко.